Эй, хочешь попасть в начало видоса, как это сделали вот эти ребята? Тогда скорее ставь лайк и пиши крутой комментарий. Вдруг уже в следующем видосе будешь именно ты королем комментариев. Хей, здорово, друзья! С вами, как обычно, я, Ралюха, и мы продолжаем играть в GTA-шку 5 и устраивать крутые экспериментики. Сегодня мы продолжаем наш любимый экспик. Это большая лужа. Посмотри. Посмотри на эту лужу. На машинках едем. Лужу проезжаем или не проезжаем. Короче, она капец как глубокая. Тут реально дофигища тачек просто заглохнут. И потом на финиш! Какая же тачка до финиша доедет? Сегодня мы, ребята, и узнаем. О, я сразу же вспомнил, чтобы поставить телепортик. А тогда вот сюда. Бэнкс. Все, замечательно. Какие у нас сегодня тачки? Смотри, офигенские. Макларен, Бэха, Багги, гоночная тачка, Логан, Матизик, Шкода, Супра, смотри, концепт кар, кибертрак, Бэха, вот такая ДПС, потом оперский минивэн, вот такой, Volkswagen, потом гелик, Шишига, ё-моё, ребят, ну ты глянь. Ну ты глянь на эту красоту, да это же просто, вот блин, вот за такие тачки реально, просто лайкосики, лайкосики обязательно. Тут у нас Бигфут, Нива, скорая помощь и экскаватор. Ой, какой экскаватор? Этот, ну как, эвакуатор, ё-моё, фига, дурачок. Короче, ребят, да, смотрите видосик обязательно до самого конца, ставьте лайк прямо сейчас, не жадничайте. Давайте наберем как можно больше лайков. И, конечно же, подпишись на канал, если ты до сих пор не подписан, чтобы не пропускать новые видосики. Ну а мы, ребят, погнали. Первая тачка, которую мы возьмем, конечно же, это будет Матиз. Дел Матизик вот такой. Вот такой, смотри, какой же он на самом деле симпотный. Ну-ка, давай-ка. Все, ребят, начинаем эксперимент. Желаю вам приятного просмотра и приятного аппетита, кто кушает в данный момент. Да, ну а мы на Матизике, погнали. Топим, топим нафиг, топим, топим, топим. Фига себе, да он еще и разгоняется. Ой, более-менее. Но, к сожалению, не судьба. Да, Матизику не судьба здесь проехать, и он просто взял и потонул. Проехал вообще, ну, чуть-чуть больше половины, ребята. А что мы делаем с машинками, которые не проезжают? Мы делаем бомбочку, ребят. Вот такую бомбочку. Бам! О, вот это красотень, ребята. Так, давайте телепортейшн делаем и берем следующую, ребята, машиночку. Так, давайте теперь прокатимся мы на Рено Логане, вот таком прокачанном. У него ламбо-двери, ё-моё, ты посмотри на эту красоту. Ну, ну, великолепно. Ну, ну, тачка реально великолепная. Так, опачки. Все, ребят, готовы? Вы готовы? Вы готовы на Логане? Ну-ка, ну-ка, давай, разгончик. Разгончик, разгончик, разгончик. Ну-ка, 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 Рено. Реношка-макарошка. И Реношка-макарошка, к сожалению, утонула немножко. Да, и все. О, едет. Едет. Чё? Это как? Так, ребята, это вопрос. Это вопрос. Только она хоть заедет сюда? Едь давай. Фига себе. Чё? Реношка проехала. Вторая тачка и сразу на финиш. What? Ну, это типа прокачанная Рено, да? И, видимо, вот из-за того, что она прокачанная, настолько хорошо мы взяли как бы и проехали. Супер! Что сказать, уже первая тачка на финише. Ребята, вы, кстати, в комментарии пишите, как там у вас дела, как у вас погода за окном, как настроение. Вот погода, у меня гололед на улице, реально гололедище просто. Ну, конечно, песком посыпают, но все равно капец полный, можно упасть, прям кувырочек сделать такую, я не знаю. Ну, подъем-переворотик, так сказать, знаю. Вот, поэтому пиши в комментарии, обязательно, тем более комментарии я читаю, лайкаю и, конечно же, добавляю видосик в начало ролика. Да, ладно, берем следующую тачку. А, знаешь, какую возьму я себе машину? А давай я себе возьму вот эту Багги. Во, Багги, как Багги проедет. Я там видел, кстати, в комментариях, мне какой-то мужик написал, что я слишком много, видите ли, говорю, ё-моё. Вот, ё-моё, ё-моё. Слышишь, я еще больше буду говорить. Понятно тебе? Все, до свидания. Ё-моё. Смотри, ё-моё, как еду, ё-моё. Смотри, разгончик, ё-моё, на Багги, ё-моё. Раз. Чё, блин, ё-моё. Ха-ха, проехали на Багги. Вторая тачка, ой. Ребята, 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 куда? Давай, тяни! Капец, блин! Ё-моё! Хочу, блин, еще больше буду говорить. Смотри, ё-моё, капец, давай, тяни! Она вообще еле заезжает. Ну, Багги, конечно, такая пляжная, но что-то она не хочет ехать вообще в горку. Блин, вторая тачка подряд, которая проехала лужу. Чё, блин, вообще на изи, да? Вообще прям
прям легчайшим образом, блин. Так, ладно, Banks, Teleportation, и берем следующую тачку. А как у нас проедет такси? Яндекс такси, Шкода, ё-моё. Такая вот Шкода красивая, великолепная. Давай, погнали, ребята, просто поехали. Вот насколько эта тачка сегодня хороша у нас, а? Оп, ой. Походу мы заглохли, ребята. Походу мы заглохли. И да, ребят, я не шучу, мы действительно просто встали. Ну, это значит самое время сделать небольшую бомбочку. Ну-ка, давай. Бам, вот это брызг, ё-мо. Вот это, я понимаю, бомбочка. Просто подкинули машинку. Окей, хорошо. Затестим. О, блин, мне кажется, вот эта вот дорогущая тачка. А что ты в нее сесть не можешь? Ралюха, садись в машину. Мне кажется, вот эта дорогущая, дорогущий Макларен просто, блин, поломается. Так, что мне в нее сесть? Бэнкс, все, сел, ладно. Смотри, просто. Он, конечно, быстрый, да, тачка действительно очень быстро, но что-то мне подсказывает то, что ей сейчас будет хана. Нифига она! Ё-моё! Давай, выезжай! Ну! Просто двигатель до отсечки, ё-мо! Давай! Во-во-во-во-во! Давай! Давай! Ё-моё! Ё-моё, капец! Давай, тяни! Давай с нитро! Ё-моё! Ес, вытянули! Спасли машину. Буквально спасли тачку, ребят, реально. Вот Макларен, да, потому что мне кажется, то, что все, ему был бы кирдык сейчас, если бы мы не спасли его. Потому что, блин, ну мы вообще там буквально вообще прям на донышке, ё-моё. Он бы все уже сейчас утонул бы, нафиг, представляешь? Так, хорошо, давай возьмем теперь Toyota Supra. Supra, легендочка, вот такая просто гламурная Supra у нас. Так, садимся. Ну, Супра, по идее, должна проехать вообще, как бы... Нифига себе! Чё за дрифты? Ё-моё, так, ребята, Супра, давай. У Супры, конечно же, ускорялочка. Смотри. С нитро! Вообще прям прёт как надо! Офигеть! Вот это я понимаю, тачка. Блин, а чё, вы заметили, сегодня прям много машин, уже 4 тачки. У нас, в принципе, минималка 4 машины на финише. Блин! Фига, сегодня почти все машины, что ли, проедут, ребят? Что у нас сегодня за выпуск такой интересный, да? Ну-ка, подожди-ка. Мне кажется, нужно будет усложнять наш экспериментик, потому что что-то как-то вообще на изи мы проезжаем. Ну, давай мы вот на этих машинках сейчас приедем, и вот для тех уже мы усложним наш эксперимент. Так, давай, бэшечка-кириешечка. Сейчас мы ей прокатимся, посмотрим. Насколько она... У нее... Она без нитра, кстати, вот эта бэха. Но она быстрая, зараза такая. Опа-на. Ой. А чё она? Бэха! Так, ну едь! Ой, чё я тут, блин, нажал, я не понимаю. Едь давай! Ну! Я нажимаю на кнопку! Чё ты не едешь-то? О, ребят. Во! Наконец-то, блин, ну вообще, конечно, еле выезжает, блин, еще и дрифтит, пока заезжает в горку. О, бочком. Идеально, давай, заезжай, блин, кирдык, ребята, еле заехали. Так, давай, разворот, поворот. О, нифига, идеально, даже не поцарапался. Фига себе, я думаю, сейчас врежусь. 5 машин уже на финише, 5, ребята, 5 тачек. Хорошо, давай вот мы на этой прокатимся, и я сейчас буду делать глубже эту лужу, прям поглубже мы сделаем, потому что пока что прям вообще изи. Проезжаем на изи, изи-пизи. Опа, так, подожди. Так, ну тут у нас, конечно, мега-тачка просто, скоростная, офигенская. Так, давай я только себе бессмертие выдам, а то сейчас, если я умру, то будет офигенно, конечно, да? Так, давай, нитро, ускорение. Опа-на, ну вообще, ну это вообще легко. Смотри, как нагнетатель, да? Пердит, ё-мо, смотри, сверкает. Давай, заезжай! Машинка! Давай! В горку надо заехать! Давай, ё-моё! Изи, все, на финише, мы на финише, пацанчики. Пацанчики, девчата, мы на финише. И это опупенно. 6 машин. Все, теперь, ребята, самое время у нас это все дельце сделать пониже. Так, давай, выбираем весь эксперимент и давай делаем пониже, аккуратненько. Вот так, я думаю, будет получше, да? Так, смотри, теперь у нас эта ямка стала, как ты видишь, поглубже весьма, да? Ну-ка, давай теперь мы затестируем машинки. Так, ну давай, не знаю, начнем, давай,
фиг даже знает с какой. Ну давай вот с концепт кибертрака вот этого. Ну садись! Ё-моё. А, вот сел. Вот такая тачка. Ё-моё, это что такое? Что, она одноместная? Сколько мест в этой тачке? Раз, два, три, четыре? Или тут... Или это не считается? Это считается место или не считается? Непонятно вообще. Ну и капец, конечно. Ну и машина странная. Ну такая, конечно, да? Не знаю, вот нравится тебе, не нравится такая Теслочка, блин. Ну ладно, погнали. Давай-ка мы на этой Тесле... Ё-моё, она какая-то неустойчивая, капец. Бэнкс. Чё? Ребята, эта Тесла, она... Я не знаю, она как-то лагает, что ли? Смотри, как она едет. Изи, да она вообще просто... Блин, я в шоке. Чё я, блин, глубину сделал маленькую, что ли? Ещё глубже сделать или чё? Я не понимаю. Смотри. Бэнкс. Вообще на изи. Ну, это прям как-то легко. Это прям вообще как-то, не знаю, очень легко, как будто. Как будто вообще прям. У нас уже столько тачек на финиш. Я, блин, коллекция целая. Я в шоке. Так, подожди. Давай возьмем гелик тогда. Вот такой гелик красивый. Давай, дрифтик. Опача. Давай, топим, топим, ё-мо. Опа-на. Ой, какой красивый, блин. Ну-ка, погнали. Затестируем. Как он прокачан на таких дисках крутых. Ну-ка. Опа-на. Вот тут-то и оно. Вот тут-то и оно, ребята. Так, давай, выезжай. Ё-мо, да что ты буксуешь-то? Он реально буксует. Куда? Ребят, куда? Ребята, куда он? Ты офигел, что ли? Ну-ка, давай-ка едь вперед. О, он едет? Он едет? Да ладно! Я в шоке. Давай, заезжай, заезжай. Давай, заезжай, заезжай. Давай, теперь в горку надо заехать. Самое главное. Давай, давай, давай. Раз. Идеально. Красавчик. Хорошая машина, на самом деле. Такая прям... Из воды реально вынырнул просто. Реально взял и вынырнул просто. Как я не... Как крокодил какой-то. Как раз зеленый, да? Как крокодил. Короче, что-то, ребят, мне не нравится глубина. Походу, слишком мало, да? Мы опустили водичку. Давай-ка еще опустим. Не знаю. Вот так. Вот так. Ну, сейчас-то... Ну, сейчас-то должно быть лучше или чё, блин? Я реально не понимаю. Ну, давай, вот, какую тачку возьмем? Вот эту. Берем. Раз. Так. Почапали, ребят. Давай, мигалочки. Мигалочки включим. О! Все, почапали, ребят. ДПС. ДПС-бэшечка. Фига тут! Фига тут! О, вот это я понимаю. Тут уже не проехало. Не проехало, просто заглохло буквально сразу же, ребята. Да, и мигалочки потухли. Все потухло, в принципе. Так, давай-ка. Падаем. Давай, в небольшой кувырочек. Бэнкс. Замечательно. Твой телепортейшн. Вот это уже, ребят, интересно. Вот это я уже понимаю. Ну-ка, давай, минивэнчик. Фольксвагена. Возьмем. Тоже мигалочки врубим. О! 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 Во-во-во! Давай, 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 давай! Почапали нафиг. Давай, 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 давай. Ой, как хорошо! Давай, давай, давай! Сможем, не сможем? Ну-ка. Опа-на. Ну смотри, он как будто так уверенно так плывет. Может даже выйдет. Так, ну мигалки. Мигалки, как бы это самое. Все, да? Не, ребят, кирдык. Чё? Не кирдык! Да ну нафиг! Это что еще такое? Ребят! Но мигалки как бы не работают. Не-не-не, все. Заезжай! Заезжай! Офигеть. Что-то я до сих пор в шоке. Это как? Я уже все. Я уже подумал, то, что все, кирдык тачки. А она реально выехала, минивэнчик. Ничего себе! Вот это котлетка. Так, ладно, хорошо. Давай тогда берем... О, а скорая помощь проедет? Реально, кстати, а скорая помощь вообще тут проедет? А? Ну-ка. Пропускайте нас, за клиентом едем. Ой, за этим. За больным. Давай. Бенч. Фига, не, ну тут лужа, конечно, прям конкретная. Да, наверное, скорая помощь заглохнет. Чё? Почему у нас сегодня весь выпуск... Ой. Ребята, она заглохла! Ё-моё! Ё-моё!
Я уже хотел сказать, что у нас весь выпуск машинки проезжают. А вот фиг там, ребята. А вот фиг там. Ё-моё! Ну ладно. И зато мы сейчас такую бомбочку сделаем этой скорой помощи, что она офигеет. Давай. Бам! Во! Вот уже красота. Вот уже красиво, так сказать. Так, ребята, ну-ка, ладно, берем. Эвакуатор. Экскаватор, ё-моё. Эвакуатор. Конечно же, ребят, да? Так, давай, опачки. И погнали. Выезжаем на нашей газелечке. Красивой, офигенной. Газелечки вот такой, просто посмотри, а. Ну глянь на эту красоту. Все, давай, поехали. Попробуем. Проедет, не проедет. Получится, не получится. Вопрос интересный, да? Опа. Нифига! Ты что, выйдешь? Ой, блин! Ну это перевертыш уже какой-то, Пантелеймонович. Так, подожди, Пантелеймонович. Ну-ка, стой. Ну-ка, дай-ка, ладно. Попытка номер два. Давай. Поаккуратнее, я попробую. А чё её, блин, чё с ней? Чё она перевернулась-то? Она реально перевернулась, это как? Вот, поаккуратнее еду. Вот, тихо. Ой, на колеса. Во! Со второй попыточки. Со второй пипитки. А чё такие колеса у неё странные? Смотри, как выпирают. Как таблетки, ё-мо. Так, давай, заезжай. Заезжай. А то, блин, еле едет уже. Опа-на! С буксиком прям замечательно. Ну, вообще, ну ты посмотри. Фига у нас сегодня тачек. Ё-моё. Чё-то я сегодня прям скоростные, да, понавыбирал? Офигеть. Чё-то у нас обычно прям еле-еле машина. Тут прям много-много. Вот тебе как больше нравится? Напиши в комментарии, когда на финише мало машин или когда много, чтобы я знал, какие машины делать для тебя. Вот обязательно напиши в комментарии. Вот меня прям что-то этот вопрос сейчас замучает даже, блин. Ладно, берем Ниву Монстр, вот такую офигенную модельку, реально прям посмотри. Ну глянь, это реально моделька просто сочная. Сочная, смотри, как она сейчас проедет, смотри. Смотри сейчас, как проедет, смотри. Внимательно смотришь, смотри. Бэнкс, это вообще имба. Это имбуля просто, вообще. Смотри с нитро. С нитро ускорением. Бенч. Видишь? Это вообще монстр. Это не то, что монстр, это, блин, Кинг-Конг какой-то. Смотри, Нива. Нивасик выпил пивасика и полетел, все. Замечательно. Так, вот это уже хорошо. Вот это куда? Малыш, а ты куда? Не хочешь ли ты вот сюда? Куда-нибудь. Вот так. Не хочешь? Такого варианта нет у тебя? Улетел, а? С карты, ё-моё. Ребята, сегодня у нас еще осталась вот такая машиночка. Это просто ГАЗ-66. Шишига, ё-моё, ты посмотри. Газик. Офигеть. Не, моделька просто бомбина сеньорита Санта-Лючия. Реально. Ну-ка, давай-ка сядем. В эту красоту. Оп. Дверку закрываем. Педалечку нажимаем. Цепуху выжимаем. Блин, красота, ну-ка. Шишига, проедет или не проедет? Это же вообще вездеход, блин, ну-ка. Ну-ка, ребята, кулачки. Зажали ручки, кулачочки. Ё-моё! Я же говорил, что этот вездеход, ё-моё, проедет везде. Ну ты просто глянь. Конечно, уже нету тяги в горку. Но вы что хотели, блин, все-таки старина, газик, но есть порох в пороховнице. Но если вот так вот по уголку ехать, то в принципе, фига тут наследил, то в принципе нормально, так заезжаем. О, красота! Дружище, обязательно напиши в комментарии, какая тачка тебе больше всего понравилась и какую тачку ты бы хотел еще видеть в моих видосиках. Большое спасибо за просмотр, за лайк, за комментарий, за подписку, ребят. Вы самые лучшие, знаете это. Не пропускайте новые видосики. Я снимаю каждый день. Всем удачи, ребята. С вами был Ралюха и всем пока, чуваки!